Почти весь жилой фонд города с отоплением заявили в отделе жилищной инспекции. С холодными батареями остаются 14 ветхих двухэтажек на Алюминстрое. Об этом мы рассказывали в новостях. Сегодня в Акимате прокомментировали ситуацию. На сегодняшний день 1262 многоэтажки в Павлодаре отапливаются. В отделе жилищной инспекции говорят, холодно в некоторых из них по вине монополиста. На тепловых сетях низкие параметры. Пусконаладочные работы вновь продлили. На этот раз до конца октября. При Акимате города Павлодара создана рабочая группа, которая выезжает и отрабатывает на местах заявления от жильцов нашего города, где есть жалобы на недостаточное теплоснабжение. Это все реагируется. Порядка 15-20 адресов в день поступает от жителей заявок, которые своевременно рассматриваются. Также на сегодняшний день 18 многоэтажных жилых домов города Павлодара находятся без горячего водоснабжения. В подвалах 7 многоэтажек КСК продолжают ремонтные работы. 3 высотки с бесхозными трубами и 8 домов без кипятка из-за повреждений на сетях, устранить которые обещали еще на прошлой неделе. Кроме этого, в городском акимате сегодня рассказали, почему в 14 ветхих алюминстройских домах до сих пор холодно. Планировалось вообще переселение до начала отопительного сезона. В настоящее время там к новым строящимся домам проведены новые инженерные сети теплоснабжения. Вот на сегодняшний день акиматом города совместно с ТО «Павлодарские тепловые сети» осуществляется переподключение на новую тепловую сеть. В городском акимате говорят, предоставить постоянные квартиры нет возможности, а переехать в съемные люди отказались. Поэтому жители просят потерпеть. К концу этой недели обещают, в ветхих двухэтажках батареи станут горячими. Азиза Исабай, Дмитрий Моисеев.